Работаю в различных доставках, чтобы заработать на фургон малый кузов грузовой. Сегодня работаю в X5 доставке. И сколько можно заработать за один маршрут? И в этом маршруте будет два заказа на 4.6 килограмма и 6.2. Это очень важно, когда будем подсчитывать оплату за заказ. Вы поймете почему. На первый заказ ехать 600 метров, а на второй заказ 2 километра. Заказ доставлен, теперь давайте подсчитаем. Пришел уже новый заказ. Итак, 67 это за подачу. 90 это за выдачу одного заказа. Заказа было 2, соответственно. 90 плюс 90. Это наш вес заказа, его умножаем на 2 рубля. Итого 21,60. 2,6 это общий километраж, его умножаем на 9. 292. Именно такая оплата получилась за этот маршрут. Но вы удивитесь, за одиночный заказ можно заработать даже больше. Подпишись на канал, чтобы не пропустить.